вами приготовим очень интересный и вкусный рецепт. Это домашние чевапчичи в беконе. Готовить их очень легко и просто, требуется немного времени и немного ингредиентов. А что же нам потребуется? Потребуется фарш куриный, также можно взять фарш из свинины или говядины, бекон, небольшая луковица, приправа к мясу любая, гранулированный чеснок, если у вас нет гранулированного чеснока, можно взять обычный чеснок, и также небольшие шпажки. А готовить чевапчичи я буду в аэрогриле фирмы Give Grill. Итак, нарезаем мелко-мелко лук. Также лук и чеснок можно пропустить через мясорубку, но я всегда предпочитаю вот так мелко его нарезать. Далее соединяем фарш с мелко нарезанным луком. К фаршу и луку я добавляю гранулированный чеснок, соль по вкусу. И приправа к мясу. Какие у вас есть, добавляйте. И все перемешаем. Фарш мы перемешали. Перемешивайте фарш очень хорошо. Сейчас фарш мы разделим на несколько порций. И из каждой порции будем формировать колбаску примерно длиной 15-18 сантиметров. Для того, чтобы нам удобно было сформировать ровные колбаски, мы будем использовать шпажки. Но это не принципиально. Если у вас нет шпажек, то вы можете легко сделать и без них. Сейчас мы будем формировать вот такую колбаску. То есть берем фарш. Нанизываем на шпажку и начинаем примерно делать как люля-кебаб. Но это сразу скажу, что это не люля-кебаб. Итак, из фарша я сформировала колбаски. Теперь мне необходимо обернуть колбаски беконом. Ну вот, я колбаски обернула беконом. Вот такие они у меня получились. Бекон у меня сырокопченый. И сейчас необходимо колбаски убрать в морозильную камеру на 30 минут. Ну вот, прошло 30 минут. Чевапчичи я достала из морозильной камеры. Сейчас я их буду готовить в аэрогриле. Но если у вас нет аэрогриля, вы с легкостью их приготовите в духовке. Вам потребуется нагреть духовку до температуры 200 градусов и выпекать 20-25 минут. Выложить их необходимо на решетку, установить решетку на третий уровень духового шкафа. Сейчас мы достаем чашу из аэрогриля. Достается она очень легко. Вот так она выглядит. И сюда мы сейчас будем помещать чевапчичи. Перед приготовлением шпажку необходимо убрать аккуратно. Как видите, она достается очень-очень легко. И помещаем чевапчичи в чашу, где будем их готовить. Также устанавливаем температуру 200 градусов, устанавливается она очень легко. И здесь ставим время, будем ставить примерно 25 минут. Итак, мы включили аэрогриль, установили время, и у нас начинают готовиться чевапчичи. Этот аэрогриль предназначен для жарки, запекания, выпечки с эффектом гриля. При этом продукты равномерно обжариваются со всех сторон. И блюда получаются с хрустящей корочкой снаружи, а нежные внутри. Вот такие вкусные, хрустящие, но очень сочные внутри чевапчичи у меня получились. А помощником мне был аэрогриль. Ссылку на аэрогриль я оставлю под видео. И кому был интересен рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Кому видео не понравилось, ставьте дизлайки. На дизлайки я не обижаюсь, а критику воспринимаю положительно. Заходите в мою группу ВКонтакте, оставляйте свои рецепты и рекомендации. А я их обязательно для вас приготовлю. И не забудьте подписаться на мой второй канал, где вам будет очень-очень интересно. Я вам всем желаю хорошего настроения, готовьте, экспериментируйте, и все у вас получится. Всем пока-пока, до новых встреч!